Стригут, красят и омолаживают. Уже более 100 лет три поколения семьи Бадак стоят на страже женской красоты в Нижнем Тагиле. Путь в индустрии красоты Валентина Бадак начала в 1963 году. Тогда она познакомилась с парикмахерским искусством и начала делать первые успехи, став одним из лучших мастеров города. Училась в конкурсах, занимала первые места, потом уже доверили мне как бы на высший класс принимать в Тагиле, потому что я очень много принимала участие в общественной это все. У меня клиенты были все такие. Укладкам и стрижкам Валентина Бадак посвятила больше 40 лет и даже получила награду отличника службы бытового труда. По стопам матери пошла и дочь Наталья. В профессии женщина с 1996 года. Она обучалась сама и водила молодых мастеров в бьюти-сферу, а позже осуществила мечту и открыла семейное дело – салон красоты. Я ходила к маме, смотрела на мастеров, смотрела на клиентов. Мне все это очень нравилось. Уровень подготовки мастеров России превосходит уже давно уровень мастеров в Европе. Интерес моих дочерей я увидела уже, я их не заставляла становиться мастерами красивого бизнеса. Внучка Валентины тоже следует примеру близких и работает в семейном салоне. Уходовые процедуры, массажи и техники омолаживания. За это отвечает косметолог Анастасия. Как будто бы я и не выбирала, оно само ко мне пришло, понимание того, что я хочу работать косметологом. У нас в комьюнити такое получилось, что мы все вместе создали этот салон с разных сторон. То есть каждый работал над своим. В планах династии бьюти-мастеров привлечь к красивому бизнесу и подрастающее поколение. Семейное дело, возможно, продолжат внуки. Наталья Гришко, события ОТВ.